Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал и записывайтесь на мои экскурсии. Все ссылочки в описании. Сегодня у нас 1 августа. Во многих городах страны это начался последний день лета. Но только не у нас. У нас еще будет сентябрь и октябрь. На улице жара, легкая дымка, дует небольшой ветерок. Температура воздуха 30 градусов, температура воды 25. А нахожусь я на пляже Жемчужина. Время обед. Так много людей, а у большинства тихий час. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, записывайтесь на мои экскурсии и смотрите Черное море каждый день. Всем пока!